Совместная программа правительства Москвы и Московской области под говорящим названием «Дорога к СНТ» – это действительно важный проект, помогающий дачникам добираться до своих участков комфортно и безопасно. В этом году в городском округе Щелково отремонтировали 12 дорог. Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин и председатель районного союза СНТ Анатолий Штоколов пообщались с жителями сразу нескольких СНТ, располагающихся в Медвежьих озерах, Щелково и Огудневском, и проверили результаты проделанной там работы. Сейчас доделывается помимо полотна инфраструктура. Это отсыпка боковых полос безопасности, установка знаков, разметка, установка светоотражающих элементов, отбойников. Ну, то есть то, что соответствует понятие инфраструктура. Спасибо большое нашему губернатору Андрею Воробьеву и мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, что они вот такую программу приняли. И сегодня люди действительно рады тому, что можно без проблем до любимой дачи доехать. Как те, кто проживает в своих СНТ постоянно, так и те, кто приезжает в свои дома лишь на время, отмечают, что им стало значительно быстрее и удобнее добираться до пункта назначения. Приятно ездить по цивилизованной трассе, можно сказать. Мы этого давно ждали, потому что мы жители Москвы, из Москвы, и как бы для нас это важно, чтобы условия наши даже здесь, живя на даче, они не ухудшались. Поэтому дорога, она как бы для всех важна. Многие из нас и работают далеко отсюда, и вот, например, летом, когда здесь постоянно находишься, то всегда этот участок дороги, ты в голове просчитываешь какое-то определенное время, чтобы проехать по этим ухабам и так далее. Ты понимаешь, что ты потеряешь на этом участке время, а сейчас ты молниеносно его проезжаешь, и, конечно, это очень здорово. Программа ремонта дорог к садоводческим и дачным товариществам реализуется в Подмосковье уже не первый год. Как сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, за это время в регионе было отремонтировано 156 дорог к СНТ, протяженность которых составила свыше 170 километров. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.